Музыканту Леониду Агутину в очередной раз пришлось опровергать теорию о том, что он поет песни за свою жену, известную певицу Анжелику Варум. Долгие годы в сети гуляет байка, что знаменитые хиты Анжелики Варум на самом деле записал ее муж Леонид Агутин. Согласно теории, если понизить записи артистки на 4 полутона, вместо ее голоса можно услышать мягкий вокал исполнителя хита «На сиреневой луне». Однако сам Агутин отвергает эту теорию, называя ее совершенно глупой. Певец объяснил, что Варум регулярно дает концерты, на которых исполняет песни вживую. По словам артиста, даже при всем желании он не смог бы каждое выступление исполнять песни за жену.